государств-участников Содружества в борьбе с глобальными угрозами и вызовами. Прежде чем мы рассмотрим повестку дня и регламент, разрешите выполнить поручение председателю Совета командующих пограничными войсками, директору Федеральной иностранных дел Российской Федерации Игоря Сергеевича Иванова и исполнительного секретаря. Главные опасности для стран СНГ и всего человечества связаны на данном этапе с международным терроризмом, угрозой распространения оружия массового уничтожения, организованной преступностью, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков. Все это те вызовы и проблемы, с которыми наши страны, как и все международное сообщество сегодня сталкиваются. И только объединив усилия, мы можем эффективно им противостоять.